Траверс особого назначения. Мурманские ОМОНовцы приняли участие в ставших уже традиционными учебных сборах по подготовке в горно-лесистой местности. В период их проведения полицейские тренировались действовать в горах в условиях лавинной опасности, используя специальное снаряжение. По глубокому снегу с помощью снегоступов и горных лыж преследовали условного преступника, ориентируясь на местности по навигационному оборудованию. Чтобы не замерзнуть в пургу, бойцам приходилось сооружать временное жилище – снежные пещеры, норы. Особое внимание было уделено поиску и транспортировке пострадавших, попавших под лавину, оказанию им медицинской помощи. Район у нас для туризма очень привлекательный, и не факт, что нам не будет поставлена такая задача. Значит, я считаю, что на данном этапе мы, по крайней мере, определили для себя направление, которое в дальнейшем следует развивать. Что отрабатывать именно, чтобы дальше можно было как-то улучшить свой уровень профессиональный.